Правительство Ульяновской области и Российское общество знания будут сотрудничать. Соответствующий документ подписали председатель правительства Владимир Разумков и директор Ульяновского филиала общества знания Надежда Петрищева. Основные направления, приоритетные направления именно регионального развития мы видим в создании наблюдательного совета. Здесь тоже Ульяновская область стала первым в Приволжском федеральном округе, где был создан наблюдательный совет 3 июня. Его возглавил губернатор Ульяновской области Русских Алексей Юрьевич. Также одно из приоритетных направлений – это тесное сотрудничество с органами исполнительной власти, создание партнерской сети, формирование пула лекторов. В 2021 году президент Владимир Путин объявил о перезагрузке общества знания. Ульяновская область стала первым субъектом ПФО, где общество заключило соглашение с региональным правительством. Мы со своей стороны сейчас тоже с вами подписали важное соглашение, которое, собственно говоря, поможет в рамках реализации в том числе и просветительских, и образовательных проектов, которые реализуются у нас на территории Ульяновской области. Действительно, лишние знания, они никому не помешают, они только поспособствуют воспитанию патриотизма, расширению знаний среди нашей молодежи. Поэтому правительство Ульяновской области рассчитывает на конструктивную, плодотворную работу с обществом знания. Давайте будем работать. Российское общество знания – одна из старейших просветительских организаций нашей страны. В 2023 году основными проектами знания являются Всероссийский конкурс «Лига лекторов», проект «Знание. Театр», Всероссийский интеллектуальный турнир «Знания. Школы и колледжи», просветительская премия «Знание» и проект «Умное кино». Важно отметить, что знание является основным приоритетом 21 века, но знания должны быть достоверны и актуальны. И основная цель Российского общества знания – это информирование граждан о научных достижениях в области культуры, в области здорового образа жизни, в области истории. И также основная цель – это является патриотическое воспитание молодого поколения. Благодаря соглашению общество знания получит поддержку региона в проведении просветительских мероприятий регионального и федерального значения. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.